У вас после Парижа было очень мало времени. Вот как вы вообще справились и как сложно вам выступать сразу вот после Парижа? I can translate my question myself. The question was to Vera, you were since I escaped last week in Paris, so how hard is this kind of quick turnaround for them? После Парижа времени особого не было расслабиться. У нас было пару тренировок. На этих тренировках мы уделили как раз внимание парным элементам, что к уровню как раз подошли подход. Поменяли подходы к Тодосу, посчитали обороты на вращение, чтобы достаивать. Вот. Ну, действительно, времени было немного и, как сказал Юра, особо расслабиться времени не было. Но для нас это было не так уж сложно, то есть наоборот, как бы мы не теряли форму, поэтому на этот старт уже приехали подготовленные. Did you have a very